Баскетболистки нефтяника «Авангарда» сегодня сыграют второй матч в серии за бронзовые медали. В центре олимпийской подготовки «Авангард» наши девушки сразятся с клубом «Ставропольчанка». Соперницы ведут в противостоянии 1-0. Наши баскетболистки на тренировках проанализировали свои недочеты в выездном матче. Дома намерены побеждать. Быстрая игра, может быть, где-то будет играться прессинг по всей площадке, чтобы вымотать соперника, потому что на самом деле девчонки опытные, молодых мало у них, и надо брать на своей быстроте, своей активной игре, потому что я считаю, что сил у нас намного больше, чем у них. Мобильной будет и наша защита. Сильная сторона соперниц – трехочковые броски. Амички намерены лишить соперниц этого преимущества. В атаке команда постарается реализовать свои моменты. Если будет защита, то, конечно, будет и быстрая игра. То есть, если защита – это будет перехват, это будет подбор. Из-за этого будут получаться быстрые прорывы и быстрая игра. Вот. Если это у нас все получится, то думаю, что нас ждет победа.